Всем привет, Григорий, подписчик, зритель. Продолжаем эксперименты. В общем, вот это вот патроны Скрузан холостые для стартовых пистолетов. Это у нас Кельтек Саб 2000, и это эти же Скрузаны, а вот это уже не Скрузан. Это у нас вот такой патрончик в 9×21, а это называется 9×22. И вот Григорий захотел попробовать сделать такой эксперимент. Ну давай заряжай несколько штучек холостых. Это давай отложим пока, чтобы он нам не мешал. Заряжу 3. Давай. Ладно. Все равно в рукопашную перезаряжаться придется. Да. Потому что, извините, такое отверстие в 9 мм, то точно не будет перезаряжать. Давай. Ну был досланный. Да. Есть. 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 А ну-ка, накол был? Слабый. Попробуем еще раз? Да, конечно. Причем за кадром пробовали первый, нормально отработал. Это что-то так. Нет. Он даже не выбросился. Да. Магазин? Не, он в патроннике. Не хочет. Ну и хрен с ним. Так два раза накол был уже, видно. Вот. Побитый жизнью. Может, патрон? Может. Не. Все-таки не все нормально. Не каждый патрон, да. Ладно, сейчас еще одна штука будет. Продолжаем эксперименты, да? Да. Вот такая у нас коробочка в кадре появляется. Открывай, заряжай. Через 9 должно пролезть и, по идее, должно даже перезарядиться. 2 давай. А. Да, еще раз. Давай, пробуй. Что там? Ну, выстрел. Не выброс? Не выброс. Ты в синюю банку? Да я вообще, мне кажется, без разницы. Но сова, тем не менее, может, еще один? Это ради бога. Это, кстати, патроны еще от одного подписчика. Так что, как говорится, берите пример. Не выбрасывается. Не выбрасывается, да, но работает. Не хватает. Все-таки 9×19 более мощный патрон, поэтому все-таки даже... Да, ничего не остается. Даже сова. Шарики не остались. Сейчас, подожди, что-то оно не туда смотрю. А, вон. Тик. Нет, а, конечно, оно вылетит, куда оно денется. Но сейчас попробуем еще одну штуку. Где-то вроде как у меня были специфические патроны. Вроде как говорят посильнее совы сейчас. Ну вот, как вроде вот эти говорят, какие-то самокруты, помощнее совы должны быть. Давай заряжай 3 штучки, сейчас посмотрим. Ну, мне им хуется, что не будет перезаряжать все равно. Один не выстрелил, сейчас найдем. Ой. Вот один накол вроде был, но не до конца. Слабый. Да, еще раз попробуем. Ну, все-таки некоторые, это зависит от того, как обжаты гильзы, и некоторые чуть глубже могут просто проваливаться в патронник. Это вообще? Да, это какой-то прокисший. Прокисший какой-то. Ну все. Так, короче, ни сова, ни что-то там самокруты. Вот еще какие-то самокруты, говорят, довольно такие. Упс. Вот они с такими царапками. Как бы от пресса получается. Ну, давай попробуем их. Говорили, что очень мощные самокруты.
здесь не очень по звуку. То есть это там перекос. Да, перекос. Как бы он не рассчитан. Подуло, скорее всего. Хотя не острое. Да, подуло гильзу. Не очень, но подуло. Попробуем сейчас. Вот такие вот дела. Один патрон. Тут второй не зашел. Вот он. Раздуло гильзочку-то все-таки. А плоская отвертка есть? Просто нет, крестиком. Можно попробовать плоской отверткой его подорвать. Главное, что держится в этих магазинах. Так что можно делать травмат. Глок-травмат. Так, вот вытащили гильзу, эту, которая была. Но я бы не сказал, что она особо. Но все-таки вот эти следы, это пипец. Это палево будет, если вдруг что. Ну давай, еще да. Такой же патрон пробуем, да? Да. Эй. Сейчас еще раз. Бывает, не с первого раза они колятся. О, тут погромче звук. Но выброса нет все равно, да? Да, выброса нет. Ну, такой вот, это, ребята, эксперимент. Холостые патроны и 9х22 резинка на 9х21 Кильтеке Саб 2000. Подписываемся, делимся видео. Всем удачи, пока, до новых встреч. Счастливо.